Муха бедная, порванная. Куда влезла? Я еще не поняла. Бирку я не нашла. Он кудряша убегает. Где-то умудрилась бирку потерять. Вон ухо порвало себе. Ах ты ж засранка. Вот как вот так можно было? Куда вот она влезла? Все люди как люди. Да? Интересно, а как метят ломанчий? Она вон теперь даже голову в кормушку боится засунуть. Все люди как люди едят, а она с краешку что-то щипает. Как раз вот она и сыплет мне теперь траву и сено мимо. Вот так вот бирками наши животные травмируют себе уши. Каждое свое ухо. Красотка-то моя. Что будут, интересно, делать, когда не останется ушей?